Все, к сожалению, съезжаем с этого гостиного дома. Будем переезжать в другое место. Нашли тоже замечательное место. Погода сегодня шикарная. Вообще, если бы здесь остались бы, можно было бы в речке покупаться бы. В общем, замечательно понравился нам номер. Гостиный дом этот. 4 сезона. Сейчас сдадим номер. Вот еще раз такой номерок. Покажу с чистого дерева. Санузел обалденный. Все, вещи уже собрали, все вынесли. Все, все приняли? Хорошо, а полотенец не было? Вот один только, если мы же хотели сказать. Не сказали. Да, Люда, говорит, надо сказать. Девочки и все. Убирали, а что говорит, сказали, что-то, да? Говорит, один полотенец и все. Не, там... А еще это, скажите, мы просто... вчера шашлык жарили по угольным. Давали за него, что, надо платить? Да, или ну, уголь платный, да. А, вот уголь розжиг, да? Нет? Ну да. Люд, что давали, уголь? А уголь? 3-килограммовый? 250 рублей. Ага. Да, да, да. Так, сейчас с Алексеем попрощаюсь хоть. За уголь денежку надо было дать. Сейчас с Алексеем попрощаемся. Все, Алексей, мы поехали. Давайте, удачи вам. Это, мы едем... Каменномосский, это также через Тульский ехать лучше, да? Будет короче так. Да. Нашли там, везде все забито, выходные. Угу. Вот единственный этот нашли. Фу, и нашли. То же самое так же. Не, и в Тульском нашли Ассоль. Ну там что-то как... Ассоль, там бассейн, частники. Частный дом, что-то вокруг не очень как-то красиво. Это и... Ну, 4 тысячи. Там получше, чем... Там и цена, конечно, за сутки 7-800. Ну это выходные. Нет, вот она полностью сказала за вот эти дни, от сегодняшнего по воскресенье 7-800 одна цена. Угу. Ну там, конечно, красиво, шикарно. Каменномосске, да. Там вот. Походить вам, где... Люда, ой, не надо, дорого. Я говорю, один раз живем, давай поехали уже. Это мне подарок? Я говорю, да. Ладно, Алексей, давай удачи. Вам тоже удачи. Как-нибудь, может, еще приедем, здесь тоже понравилось. Приезжайте. Ну все, поехали.